Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Ресурс Мол. Мы находимся в Рожкановском лесу. Он очень сильно зарос молодыми деревцами, кустарником. Вот маленькая такая просека. Постараемся найти тут грибочки. Перед нами лесной муравейник. Смотрите, как они там копошатся. Вот это город. Лесной городок. У нас опять экшен. Мы бродим, ходим вот по такому бурелому. Тут пройти реально очень сложно. Что заросли еще те. Не считая и вот таких вот колючек. Видите? Добро пожаловать в наш лес. Да. Сейчас будем стараться пройти через эти колючки. Вот вроде там чуть-чуть просторней.
Здесь люди посидели, возможно, делали шашлыки, оставили незатушенным костерчик. Вот он дымится. Опять же, культура на высшем уровне. И никто за этим не следит. А жалко. Подали еще места, где разжигали костер. Надо опять заходить в лес. Узенько лесной тропинки. Так не хочется. Знаете, устаешь просто от этих всех зарослей. Вот по тропиночке или где сосновый бор, там еще свободнее. Можно проходить. Все остальное — это сплошные дебри.